Take control over us. Управляй нами. Open our hearts. Открой наше серце. We remove every thought, удаляем всякую мысль, всякое желание, всякие эмоции. Даже нашу душу. И просим Тебя Духом Святым, дай нам свою душу, свои мысли, свои чувства, Твои желания, Твои чувства, чтобы занять, чтобы Ты занял место в нашей человеческой душе. Твоим божественным, Твоими чувствованиями, мыслями, эмоциями божественными и желаниями. В имя Иешуа. Аминь. So, in the previous lesson, we spoke about part one. На первом занятии мы говорили о первой части, первой части таинства Царства Божьего. Which was what? Тайна Божья. Что это такое? Это соединить, joining, соединить, combining, объединить, комбинировать две вещи вместе, которые абсолютно противоположные, отличаются друг от друга, однако же становятся одним целым в Иешуа. Бог и человек вместе. Муж и жена вместе. Heaven and earth one. Небеса и земля вместе. Christ and His church become one. Христос и церковь вместе. And even Israel and the nations become one. И Израиль и другие народы тоже становятся одним целым. After so many generations. В единстве. После стольких поколений, многих поколений разделений. Но на кресте He united us. Он объединил нас, чтобы стать одним. That's a mystery. Это тайна. Тайна. Reality we live in. Однако это реальность, в которой мы живем. Это очень глубоко, это красиво очень. И потом он спросил, где Царство Небесное? Многие ответили, здесь. Божье Царство в вас, да? Но может быть, среди вас. Because the you can be just you, потому что вы, ты можешь быть один, либо вы как множественное число. So maybe he spoke in a Jewish thought. Может быть, он с еврейской точки зрения говорил. The kingdom of God is within you all. Царство Божие в вас, всех, внутри. Yes, the kingdom of God starts when a person is born again. И также Царство Божие начинается с человека, рожденного свыше. Это начало. When someone is born again, когда кто-то рождается заново, then the seed of the kingdom is put in his heart. Помещается семя Царства Божьего в его сердце, сеется. Let's read from Matthew 13. Матфея 13 глава. About what Yeshua said about the kingdom. Посмотрим, что Иешуа говорил. Матфея 13. And the kingdom of God is in stages. И Царство Небесное проходит несколько этапов. According to what Yeshua said. И если мы основываемся на словах Иешуа. 13, the Gospel of Matthew. Матфея 13. Chapter 13. Стихи. Let's read only verse 24. Только 24 стих. And I'll read in I translate from the Hebrew. Я буду с иврита переводить. Yeshua continued. Иешуа продолжал. And he told them another parable. И рассказал им другую притчу. The kingdom of heaven. Царство небесное. Is like. Похоже. A man. На человека. That puts a good seed. Который сеет доброе семя на своем поле. So the kingdom of God is like a seed. Царство Божие это как семя. That is put in the heart. Посеяно в сердце. The потому что позже он объясняет, что почва, земля — это как сердце. И что семя посеяно в сердце. И снова он говорит в 31 стихе. Другая притча. 13:31. And he says, the kingdom of heaven Царство небесное is like the leaven, the yeast, the leaven. Is it? How is it in Russian? But 31? No, it's 33.
33. Подобно царство закваски. In 31 he repeats the same things. He said the kingdom of God is like a mustard seed. В 31 он говорил, царство небесное подобно горчичному зерну, которое человек взял и посадил. But then in 33 он говорит, царство небесное похоже закваске, yeast, leaven. Well, leaven and yeast is not the same. Leaven and yeast is different. Yeast is those animals, bacteria that we put in the bread today, right? Yes, that's true. Then it's leaven. Yeah. And leaven is like Ukrainians make the good bread. Mm-hmm. Not with the yeast, but with this thing that puffs the bread, sugar and flour with water, and you leave it, and then it's fermented. This is what makes the good bread. Can you explain? Yes, that's what it means here, yeah, actually. Закваска берется дрожжи, да, смешивается с водичкой, сахар, потом помещается в муку, потом она бродит, потом все перебраживает, поднимается. That's the good bread. Это хороший хлеб. Today the most, more expensive ones, самый дорогой. The old way, like your grandmother used to самый make the bread. Дорогой хлеб, как раньше делали, их пекли. Бабушки, да. Не было раньше дрожжей. But it was made like this. Но вы так делали. So how is this called leaven in закваска. Закваска is this Russian or Ukrainian? Russian. Закваска, a long name for a small thing. Длинное название для маленькой вещи. A little thing. Закваска. So he says the kingdom of heaven is Потому like закваска. Царство небесное подобно закваска. That the woman takes, которую женщина берет and puts in 20 kilograms of flour. И берет и ставит 20 килограмм муки. Until all the flour пока вся мука is rising. Не поднимется. Or in Hebrew it says becoming sour, becoming chametz. Либо не станет хамец, не прокиснет. Yes, because chametz is when хамец, когда мы становимся больше, чем мы есть. Don't have chametz. Не кушайте хамец. So the kingdom of God is something small. Царство небесное это что-то маленькое. It becomes big. Что становится большим. It's like the mustard seed. Это как горчичное зерно. That then it becomes a big tree that covers the whole field. Но потом становится большим деревом, которое покрывает все поле. Or it is like the закваска. Либо как закваска. That you put in the flour. Которую помещаете в муку. All the flour becomes закваска. И вся мука становится закваской. Right? You work in the kitchen. Либо закваской пропитывается. Не так ли? Вы работали в ресторане, да? She's calculating how many rolls. No, she's making rolls. How many rolls to make? Oh, from 20 kilos. From 20 kilos. Yeah. I think 6,000 rolls. She counted. Yeah, you can get between 5 to 15 grams a roll. So, but how many rolls? Rolls would be 6,000. 6,000 rolls. Divide to 15, yeah. She's divided. Okay, wonderful. But how much закваска you need for 20 kilos? Nothing. А сколько закваски надо для 20 килограмм? Depends. Мало. How long? Yeah. Все зависит от того, сколько времени уйдет на это. So this is the kingdom of God. Поэтому это царство Божие. And that is a secret. И потом есть тайна. Because you see, in the seed. Потому что в семени. There is how many apples already in the seed? Сколько яблок находится в одном семени? Many. Many. Много яблок. Many, many. Много яблок. Yeah, because a tree will grow. Потому что она растет. Many apples. Много яблок. And from each apple there's already seeds. А потом в каждом яблоке еще trees, so семена, еще больше. How many apples do you have in one seed? Сколько яблок в одном семени? Ooh, millions. Миллионы. And how many bread you can make from this little закваска? И сколько хлеба можно сделать из этой маленькой закваски? You see, it will rise. And then from the big one, когда она прокиснет, распространится по всему тесту, берете маленький кусочек, и дальше можете так закваску использовать и дальше делать хлеб. And in all the parts inside the seed, и во всех,
inside the seed, there's all the stages are inside the seed, right? Всі ці етапи вже заложені внутрі семені. In the seed you can you have the fruit. Внутрі семені знаходиться плод. You have the trunk of the tree. Внутрі семені заложено вже ствол дерева. The branches, the leaves. Ветви, листя. Everything in the seed. Все знаходиться в семені. This is amazing. Це удивительно. You remember we said that God created the Garden of Eden. Помните, ми сказали, Бог создав Едемський сад? God created the whole world. Бог создав цілий мир. As an image как образ of the new creation. Прообраз нового творения. Everything is there in purpose. Все там находится с определенной целью. It's not coincidence. Это не совпадение. But he gives us the same principles. He put the Он дает нам тот же самый принцип, нам, что в семени. Because this is how the kingdom of God is. И такое, на это подобно Царство Небесное. I'm even thinking of Yeshua. He created the world. И Иешуа сам создал этот мир. And he said, "How can we explain to them how the kingdom of God is?" Говорит, как же мы им объясним, что на что похоже царство Божье? What is the kingdom of God like? На что похоже царство Божье? And he said, "Let us make fruit with seed in it." И он сказал, давайте создадим фрукт, так что во фрукте были семена. И позже, когда придется объяснять, мы сможем иметь этот фрукт, покажем фрукт и скажем, что царство Божие похоже на фрукт, и скажет, ага. Все было спланировано изначально в мельчайших подробностях. Без каких-то совпадений просто. Вот насколько красиво творение. И еще даже более красивым оно станет, когда оно будет восстановлено. Поэтому что такое небесное царство? First of all, it's a man or a woman. Во-первых, это мужчина или женщина. With the kingdom of heaven in their heart. Так что царство Божье уже в их сердце. But is this it? Но разве на этом все? The end of the kingdom? Нет, конец царства небесного. Is for the government of Yeshua to grow? Это когда владычество Иешуа распространится. And to cover the whole earth. И покроет всю землю. All earth. Всю землю. All the nations. Все народы. Even until the ends. И даже до краев земли. Of the world. Краев мира. That's the end of the kingdom. Это как бы конечный этап царства Божьего. So the secret here, the mystery. И тайна, этот секрет царства. Is this the Hebrew word is zera, seed. Это семя, зера. Seed, zera that grows small. Семя, которое растет из маленького. And then covers the whole world. А потом покрывает весь мир. How can we understand this? Как это понять? The beginning is when somebody believes in Yeshua HaMashiach. Начало, когда кто-то поверит в Иешуа ха-Машиах. But the end is when all the nations of the world. И конец это когда все народы мира submit. Подчиняться to Yeshua. Иешуа. This is the end. Это конец. Let's turn to Revelation chapter 10. Откровение 10 глава. And read another verse. Еще один стих прочитаем. Or two. The revelation of Yohanan. Откровение Йоханана. As Andrei said before, yes, of course Yohanan saw the veil open. Как Андрей сказал, что, конечно, Йоханан увидел открытые небеса. Свод, а? Like Yeheskel. How do you say Yeheskel in Russian? What is it? А, как Иезекииль. Like Yeheskel, like all the prophets, they saw through the veil. Как пророки, они смогли увидеть сквозь свод. And what did they see? И что они увидели? Yeshua sitting on it. Иешуа сидящего на троне, на престоле. This is what we have up there. Вот что там находится. Наверху. Jerusalem. We'll talk about Jerusalem tomorrow. Yeah, о Иерусалиме мы завтра поговорим. Verse 7 in Revelation 10. Седьмой стих. Says the days of the sound of the seventh angel. Когда возгласит седьмой ангел в те дни. When he's about to blow the shofar. Когда он вострубит. Also the mystery of God will be completed. Совершится тайна Божия.
as he revealed to his prophet, to his servants, the prophets. Как он благовествовал рабам своим, пророкам. Видите, что это тайна опять здесь, которая завершится или свершится. В чем же эта тайна? Мы уже знаем это, что в 15 стихе. Когда вострубит седьмая труба ангелом, ангел вострубит. The seventh angel blew the shofar, and loud voices were heard in heaven. И как ангел вострубил седьмую трубу, и были слышны громкие голоса на небесах. They said. И они сказали. The kingdom of this world. Царство этого мира стали. The kingdom of our Lord. Царством нашего Господа. And of His Messiah. И Мессии. And He's going to reign forever and ever. И он будет править навеки и веки. Now that is the mystery of the kingdom. Это тайна царствия. Being accomplished, completed, fulfilled. Эта тайна совершится. On the blow of the seventh trumpet. После трубления в трубу, в шофар. Что же это за тайна? That the kingdom of this world. Тайна в том, что царство этого мира станет небесным царством. Kingdom of this world will become the kingdom of God. Царство этого мира станет царством Бога. That is the mystery. Это тайна. So between the gospel in my heart. И поэтому. Between the gospel in my heart. То, что Евангелие в моем сердце. And the fullness of the kingdom of Yeshua. И полнота царства Иешуа. There are many, many, many stages. Еще есть множество ступеней, этапов. And we need to go through them. И нам нужно пройти сквозь эти этапы. Where are we now? На каком этапе мы сейчас находимся? Well, say we're about here. Но мы где-то здесь находимся, скажем, да? К концу уже подходим. Царство растет и растет. Мы это увидели. Представьте себе, ученики сидят на Олионской горе. И он говорит им, идите до краев земли. Как вы думаете, они что, себе Китай представляли? Или Украину? Или Финляндию? Или Америку? Да, нет, ты что? Они даже не думали, что это возможно. Сейчас посмотрите. Что произошло? На самом деле произошло. Много больше даже, чем они представляли себе. И может быть даже наше понимание ограниченное настолько. И то, что мы думаем, мы знаем, на самом деле, это маленькая часть того, кто есть Бог. И сейчас где-то мы на очень продвинутом этапе, стадии. Давайте посмотрим на эту историю, как это исторически развивалось. Вначале Бог создал небо и землю. Now, when he created the world, и когда Он создал мир, Он уже видел восстановленное царство. Он уже видел народы, которые любят друг друга, которые любят Иешуа, любят Бога. И все они подчинены Мессии. Он уже это увидел, когда Он создал мир. Но потом Адам согрешил. Сюрприз! Нет, сюрприза никакого не было. Он точно знал, что произойдет. И он даже запланировал крест от самого начала. Поэтому нужно было начать с чего-то. Он начал с Авраама. What did Abraham had? Что было у Авраама? He had a family. У него была семья. Right? Да? He had a family and whoever is born for him to his family. И так. Whoever is born in his family. Он родился. And also the workers. You remember it says he had 318. У него были слуги, как там сказано, 318 слуг было у него, рожденные, домочадцы были у него. И когда он даже спасал Лота, он взял своих всех домашних, всех домочадцев, 318 человек,
There's no kingdom. Тогда не было царства. There's only one man. Только один человек был. That begins with a family and with a home. И только у него был дом домашний, семья его. In the household of Abraham there were people that believed. И также в доме Авраама были некоторые верующие, некоторые неверующие. What can you do? You need to start somewhere. Тоже можно сделать. Надо с чего-то начать. So he starts growing the kingdom inside Abraham and his household. Поэтому он начинает развивать царство Божье внутри семьи Авраама. And then the sons of Jacob, затем сыновья Иакова, и они становятся родоначальниками колен. It becomes a nation. И затем он превращается в целую нацию, целый народ. A big nation. Большая нация, большой народ. Not everyone believed. Но не каждый верил там. How many you think believed when they went out of Egypt? Как вы думаете, сколько верили, когда они выходили из Египта? Maybe one in ten. Может быть, один из десяти. Maybe one in ten actually believed in God. На самом деле верили в Бога, один из десяти, может. There's no other way. Нет другого способа. He begins with a family. Он начинает с семьи. Then he grows into a nation. Затем взращивает из семьи народ. Some of them believe, some of them don't believe. Некоторые из них верили, некоторые нет. Now what do you do with them then? А что потом с ними надо делать? He takes them to the desert. Он их выводит в пустыню для образовательного процесса. To train them. Для подготовки. Into faith. Для того, чтобы привести их к вере. And he brought them into Israel. Он их приводит в Израиль. Maybe the people that were born in the desert. И возможно те, которые родились в пустыне, люди. Maybe better percentage, maybe half-half. Может быть 50 на 50, может быть там уже лучше была ситуация. Half actually believe in God. Может быть уже 50% верили Богу, половина не верили. And then he brings them to Israel and вводит их в Израиль. And then you need a king. Затем нужен царь. You begin with a nation. Начинаете с народа. The people that half of the people are spiritual. Половина людей духовные люди, половина не, не такие уж духовные. Что же за царя вы получите? И вы получите тоже не очень духовного царя. И это Шауль. Они избрали Шауля. Шауль был царем, но он не был духовным человеком. И Бог ожидал, пока впервые в истории majority of the people wanted a spiritual king. Большинство людей захотели духовного царя. And David comes. И Давид появился. What a revolution! Это революция. For the first time, a spiritual king. Впервые такой духовный царь. A great victory. И большая победа. Hallelujah! And then God says. И затем Бог говорит. You have not reached the end yet. Вы еще не до конца дошли. Еще не конец. I'm going to bring a seed from David. Потому что от Давида произойдет еще отрасль, семя. And through his descendants. И уже через потомка Давида. I'm going to bring a king that will reign forever. Будет царь, который будет вечно править. Inside the earthly kingdom. Что внутри этого земного царства. There's already уже a spiritual eternal kingdom. Пробивается вечное духовное царство. In promise. Это обетование. It's not yet in reality. Это еще не реальность. So the people are not, and the kings are not born again. Поэтому люди и цари тоже не, они не рождены свыше, не рождены духовно. Что они делают? Они согрешают. Давид согрешает. Solomon sins. Соломон согрешает. The kings sin. Цари грешат. They're not born again. They don't have the Holy Spirit in them. Не родились они свыше, нет у них Духа Святого внутри. And the next stage is the stage. Следующая of the prophets. Стадия пророков. Now the prophets. И пророки. They look around. They say, "This cannot be the kingdom of God." Смотрят вокруг по сторонам, оглядываются. Это что? Это царство небесное? Это не может быть так. Yeah, anointed king. Да, помазанный царь. The kingdom of Solomon. Или же царство взять Соломона. Но это не может быть царством Божьим. И что они делают, пророки? Начинают пророчествовать. И говорят, в один день будет лучшее царство. И как мы говорили, большинство пророчеств завершаются царством Иешуа на земле. Потому что они видели в духе, что это царство будет лучшим. И что это не конец. Now, prophets, и после пророков что мы получаем? Мы подходим к началу Евангелия.
And what's the first page of the gospel? И что начинается, с чего начинается первое Евангелие? The connection of Yeshua to David. Взаимосвязь Иешуа с Давидом. Immediately they begin in the gospels begin with saying. Сразу Евангелие начинается сказать, показать, что вот, вот это семя. That God promised. Которое Бог обещал. To come from King David. Которое придёт через царя Давида. And that's the beginning. И это есть начало. And Yeshua says, I have come here. Сказал, что я пришел сюда, чтобы царство Давида превратить в вечное царство. И, конечно же, он был распят для того, чтобы люди смогли получить рождение свыше и войти в небесное царство. И теперь мы, как помним, ученики на Елеонской горе спрашивают Иешуа. Что они спрашивали? Помните? Господь, ты что, восстановишь Царство Божие в Израиле сейчас? И что он сказал? Еще нужно пройти несколько этапов. Мы еще не дошли вполне туда, но это случится. Я принесу вечное царство и царство Божие, царство небесное, снова оно возвратится в Иерусалим. И когда он воскрес из мертвых, his disciples that knew the Bible, they said, here he comes to restore the kingdom to Israel. Он воскрес, а ученики думают, что вот, он идет для того, чтобы восстановить царство в Израиле. Это было ясно. Это ясно, что роль такая у Мессии. Нет никаких вопросов по этому поводу. Но он сказал две вещи. Помните, какой приоритет он дал им? Что по приоритетам? Два приоритета. Что первое, что второе? Дух Святой. Руаха Кодеш. Руаха Кодеш. Дух Святой. Дух Святой. Дух Святой. So, first of all, be filled with the Holy Spirit. Во-первых, исполнитесь Духом Святым. And then, и потом go and preach. To all the world. Идите и проповедуйте в мир, по всему миру. Видите? Он распят, чтобы люди, рождены свыше, были рождены и смогли присоединиться к вечному царству. Не к царству Давида, но к вечному царству Давида, установленному Иешуа. И затем он говорит, примите Дух Святой и идите во всему миру. Почему? Потому что Царство Божие вечно. И вы не можете принести Царство Божие без того, чтобы иметь вечный Дух Божий. И через Дух Божий эти этапы начнут, зародятся. God is the God of all people. Также Бог есть Бог всех народов, всех людей, всех человеков. Not only the God of Israel. Не только Бог Израиля. Therefore, you need to bring the kingdom first. Поэтому Царство Божие нужно, во-первых, нести to all the nations. Всем народам. And then, и потом, we can bring eternal kingdom of David on earth. И таким образом мы приносим царство, вечное царство Давида на земле. Аминь. Thank you, Lord. Тода леха, Иешуа, for revealing your secrets to your church. Спасибо, что ты являешь свои тайны церкви. Help us walk in this. Помоги нам жить в этом. Thank you for filling us with the Holy Spirit. Спасибо, что наполняешь нам с Духом Святым. For commanding us and sending us. Даешь нам эту заповедь, отсылаешь нас. Go to the ends of the world. Идти по всему миру. To be witnesses to you. Быть свидетелями тебе. And thank you, Father. Спасибо, Отец. That you want to do it with us, your children. Что ты хочешь это делать с нами, твоими детьми. And that you use your children. И что ты используешь своих детей. To bring your kingdom on earth. Чтобы принести Царство Божие на земле. And you do it with us. И ты делаешь это с нами. Бешем Иешуа.
Аминь. Yes.